Черт, мы проспали. Все из-за того шума ночи. Кто-нибудь видел Терренса? Он проснулся раньше нас. Его камеры тут нет. Наверное, снимает свой документальный фильм. Терренс! Я его нигде не вижу. Продолжай осматриваться. Люди, мы путешествуем по бездорожью. Каждый человек ответственен за свою безопасность. Терренс! Есть кто-нибудь? Он пропал. Что же мы будем делать? Он идиот! Мы много тратим время! Нужно убрать привал и идти дальше к хижине. Может, он встретился с Чарльзом или его семьей? Они не так далеко. Будем искать Терренса по пути. Я не буду таскать его вещи. Оставим их здесь. Если Терренс вернется, он возьмет их сам. Я оставлю его вещи и карту у костра. Пошли. Что это там? Терренс должен быть здесь. Эй, кто-нибудь! Это место такое старое. Разве люди еще здесь живут? Нам нужна помощь. Есть здесь кто-нибудь? Заперто. Похоже, здесь никого нет. Да господи, где этот чертов Терренс? Ладно, я устал здесь ждать. Нужно встретить Чарльза, он знает, что делать. Может ли кто-нибудь остаться тут на случай, если Терренс вернется? Есть добровольцы? Ладно, я останусь. Поищу кого-нибудь, кто сможет мне помочь. Кто-нибудь должен тут жить. Мы скоро вернемся. Просто ужас. Целый день потрачен впустую. Чарльз поможет нам найти Терренса. Я надеюсь, что мы скоро найдем его и насладимся оставшимся временем. Что за?
Что это? Это отец Чарльза. Господи Иисусе. Что за животное это сделало? Хищники же не живут в этой местности. Это его кузен. Не трогай его, нужно позвонить в полицию. Думаю, здесь что-то творится ужасное. Я соберу свою винтовку, здесь небезопасно. Осторожней с этой штукой, я не хочу, чтобы еще кто-то погиб. Это наша защита. Нужно вернуться и поискать помощи. Давай поторопимся. Там что-то есть. Мы вооружены. Лучше сдайтесь. Эй, проснись. Это твой друг? Чарльз, это мы! Что за черт тут происходит? Я отсюда не уйду! Кто-нибудь придет и поможет мне! Спокойно, Чарльз, контролируй себя! Сделай глубокий вдох. Ночью какие-то люди ворвались в нашу хижину, пока мы спали, и напали на нас. Мы убежали в панике, но разделились. Мой папа устал бежать и говорил мне бежать дальше. Они долго за мной гонялись, но я ушел от них. Слушайте, тут недалеко есть машина, но ключи в хижине. Где эта машина? Впереди есть река, через нее идет мост к тропинке, которая ведет к дороге. Она припаркована там. Что ж, она ближе, чем наша. Нам нужно валить отсюда, пока не стемнело. Пошли к твоей хижине.